Автором архитектурной композиции, посвященной великому просветителю казахского народа Абаю Кунанбаеву, является известный скульптор Республики Кыргызстан Тамила Маматова. А известный казахстанский общественный деятель Арман Шураев подарил это произведение искусства Кокшетаускому учебному заведению. Действительно, Абай – это только начало казахского народа. Не лишним будет сказать, что он стал великим казахским мудрецом, однажды сказавшим: «Будь далек от пяти вещей, будь мудр в пяти мирах». Если каждый человек примет это утверждение всем сердцем, то я думаю, что весь мир станет прекрасным. Такая скульптура должна стоять перед каждым заведением. В прошлом году к 175-летию великого поэта одной школе города было присвоено имя Абая. Открыт ряд центров. Коллектив колледжа проделал большую работу, чтобы пространство, где и расположилась архитектурная композиция, имело особенный вид. Теперь на этой площадке будут проводиться занятия для студентов. В этом году мы провели последний педагогический совет учебного года. Подводим итоги учебного года. Я желаю, чтобы дух Абая оказывал нам поддержку для достижения поставленных нами целей и реализации стратегических планов. Дух Абая творит вечность. Его ценное наследие принадлежит казахскому народу. Популяризация и пропаганда наследия Абая – задача каждого казахстанца. Коллектив колледжа выразил уверенность в дальнейшей работе по возрождению на этой площадке ценного наследия великого поэта. Сания Кубжасарова, Иван Однорог, Абзал Балтабаев, Дархан Мужубаев, Фархат Исмагамбетов. Кокши Ахпарат.